Я вспоминаю, какие дырочки раньше попадали. Ну, я попадал, по крайней мере, это и сейчас хорошо. Ох ты ж, господи, как темно. Ой, с грозой, круто. Охренеть. Это круто. Ой, полетели, лети. Так стояло. Красиво зато. А я слетел. Ой, красиво. Сходу стал так. И вниз. И глайдик. Окей. Где глайдик? Где чек? Где чек? Не вижу чек. А, вижу. Ой, вообще по красоте. Так. Куда дальше? Ангар, правильно? Ой-ё! А мне настройки, наверное, надо менять. Меня сейчас контейнеры могут не пускать. Почему? Ну, я чуть-чуть прибавил настроек. Ну, ничего страшного, пока пусть пускают. Тут ж маленькие. Ты чё гонишь? Тут даже не шифтать. Можно просто на дебах. Эти... Ну, у меня бывает, даже маленькие не пускают. Да, нет, это всё норм. Единственное, я тогда не знаю расстояние, но вроде бы проходится. Расстояние. Так. Расстояние наше. То есть такой простенький скилл-тестик, что ли? Не знаю, наверное. Ну, у него же там, типа, это самый первый, грубо говоря. Ага. Дальше, если я не ошибаюсь, там же я что-то у туриста некоторые видел, некоторые на каком-то одном или на двух этаже я был. Они интересные там дальше. Ну, я не видела. Ой, закрутила. Мне а тут какая... А, ну, окей, ладно, не прям скилл-тестик. То есть даже так. Ну там такая маленькая дырочка. Для разнообразия я решил вот эти тоже попроходить, потому что они вроде как интересные. Эти чуть-чуть мимо. Куда там попасть надо? Ну, он чек светится. Белочку вижу. И там где-то дырочка, да? А, понял. Да блин. У меня очень поздно этот забор прорисовывается. Я вот, наверное, на вот этом был. Я помню, что забор, вот это с прорисовкой забора, что такое мы проходили. Я всего не помню, но забор вот ай, этот помню. Чуть-чуть ай, выше, одинаково. Да. Прорисовка забора, это, конечно, все портит. Ну, не все, но многое. Ты должен ориентироваться по центру. Да. О, попал. Ой, молодец. А я в левее взял. Такс. Тут туда перепрыгнуть надо. Сейчас я к вам приду. Ждите. А, ну по этой, господи. Ой, я Я вообще забыла, как здесь проходить все это. Простой элемент мотопаркура. Столько раз на этой крыше были. Да, левее жби. Чё я так лечу плохо? Чё-то как-то равняюсь по чеку и вообще криво лечу. Надо равняться как-то а, иначе. А, он на земле вообще уже. Надо брать это левее. Чек. Так, я вроде понял, по чекам равняться надо. Плюс-минус. А, погода, наверное, текущая стояла. Может быть. Колечки. Главное, чтобы дождь не пошел.
Колечки. Твои любимые? Угу. Поздравляю. Блин, мне теперь солнце глаза, и я вообще не ориентируюсь в полете. Начало у меня тупо рандом слепой. Опять чуть-чуть выше, да что ж такое? Обидно. Блин, мне солнце сейчас вообще все портит, весь старт. Ой, как меня закрутило, господи. Разучился гладить я, короче, все. Беда, печаль. Ладно, одно дело пройти от Рока, хард-тест его. Второе, попасть вот это. Абсолютно разные вещи. Так, здесь вроде бы без разницы, в какую сторону. Так, собрался и прошел. Давай. Ну, знаешь, колечки даже простые, вроде бы. Где следующий чек? Тебя подменили или что? Я не понял. А где колечки следующий простые, чек? Там... Внизу? Где он внизу? Где? Что? Я взяла его? Да блин. Ёбаная прорисовка. Ну, зачем? Я его вообще не видела. Ну нет. Я по-идиотски чек взяла. Давай перезапустим. Так. Ой, опять эти тоненькие. Ну, в смысле я не попал в дырочку? Я врезался в краешком и не попал. Это обидно. Ты там же еще пока, да? Да. Наш забор не прорисовывается, а когда прорисовывается. Ну там уже... да, это фиговый момент. О, что попал. Не видно куда. Есть. Есть. Сейчас буду. Какая унылая гонка получается. Так, вообще унылая, да? Да. То есть только вот эта дырочка самая не, сложная. Мы сами по себе просто как бы уныло это все еще говорим. Ничего веселого вообще нету. Никто не каркает. А, тебе покаркать надо? Нет. Я тут решил, типа, это... быть дружелюбным. С чего это вдруг? Для разнообразия. Для разнообразия? Ну да. Что-то на тебя не похоже. Типа, почему бы нет? Ну вот, на меня не похоже. Смотри, какое разнообразие. Добрый я, ты, которая хоть требуешь карканья, это ж вообще нестандарт. Где а что ты не так сделала? Чек снизу, вот один у меня есть. Нет, там потом еще один глайд будет, колечко после вот. Колечек. А, ты где-то аж там уже, нифига ты там вырвалась. А я не долечу. Что? Как? Во. Так, блин. Колечки. Что не так с колечками? Да, я это да вам, нет, кстати, там нормально. Колечки. Проходи. Я так помню половину момента. То есть не все, но что-то помню, что-то нет. Или уже мы столько всего играли, что оно все друг на друга похоже. Непонятно. Что-то ненормальные колечки. Так. Давай. Надо пройти первым. Обогнать Киру. Сейчас она там упадет. Карканья ей не хватает, да? А я сейчас все пройду. И нигде не упаду. Ну давай. Ну как нигде не упаду? Вот с кольца прям упаду, конечно. Но это другая история. Так, давай. Собрался. И прошел. Лети! Даже Ира сказала, что это несложные колечки. Да. А ты-то их ненавидишь. Ну да. Так, нужно назад отъезжать. А как они могут быть легкими, если я их не могу пройти? Да не простые. Колечками обычно проблем нету. Так я знаю, что они простые. Но я вот умудряюсь потупить. Камера еще дурацкая. Не хочет крутиться. Ну вот, я застрял на простых колечках. Ой, а куда? Сразу же туда нужно? К чеку? Или нет? Или да?
Сейчас пойду обходить. Зачем? Можно? Там простые же кольца. Ой, как крутит на этом трамплине. В каком месте они простые? Покажи. Да они простые, ты чё? Сама ты чё? Они не простые. Ты раскручивалась? Ну, полоборота. И всё. А как туда допрыгнуть, долететь? Что? Нет! Я ударился в краешку. Блин. Обидно, что спят. Даже не побомбишь особо. А в смысле не долетаю туда? Эй! Эй, слышь ты, в смысле недолет? Эй, а ну долет. Да, я не долетаю до кольца, да что, какого фига? До третьего. С первого на второе. Отлично, я в трамплин врезалась. Со второго на третье не могу пройти. Как это работает? Я не могу, или мышкой надо крутить, или смотреть. А когда ты не крутишь мышкой, ты не видишь, куда лететь. А, во, высоко. Это вообще какая-то фигня. Вот. Из мышки я перелетаю даже. Так, соберись. Пройди это. То есть надо туда запрыгивать, типа? Что там? Да по мосту ездить. Так, ладно, я сейчас не затупить со второго на третье. Ой, с третьего на четвертое. Ну, короче, в последнее. Я залетел на трубу. А, я могу тут упасть, правильно? Заехать к человеку. Правильно. Законом не запрещено. Дождь еще пошел, что? Так, отлично. Таких паркуров мы еще не проходили, да? Куда надо? Сюда надо? Нет, не сюда. А куда надо было? А, в щелочку? Или не в щелочку? В щелочку. Блин, свалилась, да ты серьезно? Проехала все и свалилась. Что со мной? Паркурим с дождем. Шикарно. А что со мной? Я в щелочку не попадаю. Со второго раза вот сейчас не попал. Может, с третьего попаду? Я вообще там неправильно это чек взяла. Я пыталась посмотреть, где чек, осматривалась, думала, там внизу, в этой, в бочке. И врезалась в трубу, у меня чек взялся. А-а-а. Это вообще подстава. Ну да, такое себе. Неприятное. Да что ж ты будешь делать? У меня чай взялся? Тоже не... Нет, не взялся. Фух, такой звук был, как будто взялся. Я уже подумал, я тоже взял неправильно. В щелочку-то залететь охота. В смысле? Как я отлетел? Я же залетел. Что? Я залетел, короче, в трубу, и меня как-то выкинуло. Или я не залетел в трубу, меня сразу выкинуло. Что это было? Ну, в щелочку я точно попадал, короче. Надо будет потом пересмотреться. Да, что ты будешь делать? Все, я вообще глайдить разучился. Кривые стыки везде. Я вспоминаю, какие дырочки раньше попадали. Ну, я попадал, по крайней мере, это я сейчас хорошо. Ох ты ж, господи, как темно. Ой, с грозой, круто. Охренеть. Это круто. Это вообще круто. Слушай. Это реально клёво. Идь вверх взлетай. Не хочет. Ну, сейчас я не могу в такую щель. Блин. С горем пополам. Мотоцикл, ну, такой ладно. Мокрый. Колеса мокрые. Прикольно. А куда дальше мне? А, мне, наверное, надо сверху или снизу стоять. Где там вот эта щелочка? Щелочка. Не, наверное, все-таки снизу, сверху. А, он внизу, чек следующий. Да куда ж ты полетела-то? О, назад, правильно.
Да, правильно ж, правильно. Так, а теперь по кольце. Ой, господи, по кольце? По кольце. Ну, по кольце. Ты чё, по кольце, не по кольце? А мокрую зебру не сложнее проходить будет? Ух, нифига себе тут придумано. Вот это да. Да. Есть интересное что-то. Ну, я такого момента не встречала. Ну, это как нефтяная вышка или что это. Короче, напорная штуковина. Она поднимается, и нужно дождаться, пока она поднимется. Скользко! Я понял. Да, я свалилась. Я проходил. Такое я тоже помню. Но гонку не помню. Как первый раз будто я прохожу. Так, момент. Там кусочек вспомнил, там вспомнил. Кстати, уже 15 минут. О, дождик успокоился. 15 минут уже проходим. То есть, в принципе, не такая она. Но ты уже у финиша где-то вроде как. У меня 22. А тут сколько? 26. А я на 12. Серьезно? Чё-то я совсем тупил жестко. Сейчас я вот длинную зёбрышку прохожу. Mm-hmm. Давай, давай. Так. Человек уже вижу. Тут она еще какая-то кривая. Что? Что? Я меня предполагаю, подкидывает. Что сюда. Меня... А, да, все, да. Отлично. А, это нужно сразу гон и полететь? Ой-ой-ой. Нафиг финишировать. Или там нельзя остановиться? Я не знаю. Да, здесь сразу гон. Лучше не рискуйте меня, подождите там. Да ты... Какого ж ты фига? А, ну вот у меня один чек и все. Ну все, ждите меня. Финиш. Ну, как сказать, ждите, жди. В смысле, жди? Ну потому что тот финишировал. Я посмотрю, где финиш. Ой, он, походу, не просто так. Мне там... сейчас на платформу вверх надо, правильно? Возьмите. Есть. Он от Челябинска, что ли? А куда следующий? Миша что-то написал в сообщении. Перелет. Это было красиво. Куда? Ага, вот тут вот есть. Окей, мне скорости побольше тут надо. А, он в озере. Ну, я думаю, мы здесь попадем. Сейчас я мимо прилечу, посмотрю. Там просто он стоит. Я знаю, что это за чек. Тут Феникс не финишит. Да, он просто в озере. Я вспомнил это по центру тогда, над озером. Да. Не долетел. Долетел, я взял. А, взял уже я всё? Возвращаюсь, да, вот сейчас на трассе. Ну давай, езжай вперед. В смысле, я вперед? Я в курсе, давай, стартую я за тобой. Ты попадешь? Конечно. Окей. Okay. Трафик тут еще. Только попробуй машину повернуть. Я, конечно... Я, конечно... Ты лагаешь так? Прилично. Понимаю, что я в финиш не попаду. Ну, поэтому я тебе предлагал лететь вперед. Ты тоже. Хотя я сейчас как сама еще не попаду. Ну, вроде бы должна. Попадаешь? Попадешь? Ты меня слышишь? Да. Получше твой. Да. Что? Как ты лагаешь? А, да, ты тоже. Сейчас нет. Это, видимо, в полете. Чё получше моего? Ничего, не забей. Все хорошо. Ты что там сказал? Получше моего. Ничего. У меня позиция была получше. Ты как-то криво летела, я ровненько летел. Ну я выровнялась.